конца года в зоопарке реконструируют вольеры для животных в рамках проекта модернизации зоозоны в парке имени Шевченко. Он инициирован благотворительной организацией и финансируется городским советом. Проект модернизации зоозоны – это социальный проект, разработанный молодыми энтузиастами. Группа ребят уже не первый месяц помогает содержать животных, обеспечивать их едой. Вместе с архитекторами они разработали проект модернизации зоозоны. Вначале будет реконструирована часть вольеров, а в следующем году остальные. Они будут более комфортные и удобные для братьев наших меньших, а для нас – более обзорными.